Всем здоров! С вами, как обычно, Ice Frog. Я играю в Alan Wake American Nightmare. Если кто скажет, что я эту локацию проходил, кто смотрел предыдущие выпуски, они знают, что это как бы я отправился сюда для перезапуска мира. Так что вот так. Да, теперь я как бы играю все заново, но как бы это уже немножко другое. Включено перезапуск мира, так это хер. Игра, если честно, меня не сильно впечатлила. Суки, падла уже лезут. Всех сторон. Тихо. Минус один. Еще минус один. Минус крипт. Я уже в этот раз пошел в другую, как бы, сторону. Вот он, скрипт. Подбираем скрипт. Так, теперь нужно вернуться к телескопу. Вороны прилетели. Мы все знаем, что это и кто это. И отсюда. Дробовик. Ага, тут завал. Судя по всему, придется обходить. Судя по всему, нет, я тут пройду, мне сразу. Давай, девка, твари, лови, клёпа. Нажимай, второй получи. Так, для смены дробовик на карабин. Возьмем, пожалуй, лучше карабинчик. Так. Шашек полно. Что-то не пускают нас. I'll unlock the door.
Так, теперь нужно поговорить с Мидлс. На карабин кода всего лишь 30 патронов, вообще плохо. Плохо. А, вот, прозрачный телескоп. Я на задание не глянул. Конвенциональная ракета, нужно испытать ее. Так, устанавливаем. Так, теперь нужно зачистить основные трубы. Вот это же интереснее. Гораздо интереснее. Так, тут кажется, а нет, это не тут. Да вот там. Снаряжение, ой, не снаряжение, как патроны сказать. Сейчас пойдем сигнальная ракета. О, что это? Ладно, вот рыба. Ах ты. О. Бля. Испытаем карабин. Ой, сигнальную ракету. Карабин я уже испытал. А. Ага. Как-то так. Ну, еще разочек. Пиздос, приплыли. Бля. Фух, что-то я не собрался. Ой, теперь опять. Фиг знает. Да, всего лишь 30 патронов. Так, а как кидать гранату? Так, нужно посмотреть настройки. Помощи настройки управления. Джойстик. Нет, не то. Как играть? Вот. Основные игры. Уже не то. Бой. Инвентарь. Ага. Ой.
Fucking shit. Темные силы. Забахнем эту херь. Как бы все. Теперь нужно зачистить на трубу. Вот она. Кидаем. Вот она. А это вещь, ребята. Так. Окей, гранату. Переключать, что у нас здесь? А, свет. Еще вроде один был. Ага, это хер сейчас будет видеть меня, да? Ну как бы да. Так. Манускрипт можно взять. Так, есть. Манускрипт есть. Тут я не пройду. Вот. Это серьезно. Так, спокойненько. Бешеного вроде бы ничего нету. Сзади, сзади, сзади! Тихо. Мне остается 5 патронов. Я сейчас что-то придумаю. Ага. Не достаточно стрельни. Печалька. Думал, там что-то интересное. Thank you.
тут еще один где-то. Вот он. Иди сюда. Камеёк. Все. Заходим. Эта игра, как бы сказать, я ждал от нее большего. Игра, да, на игре уже 3 года, но я сказал, мы будем проходить игры старые, которых все уже забыли. Не будет меня жарить, мы подберем просто финальный лист. Все, как бы. Куда мы, интересно, пойдем в этот раз? Опять на прежнюю же локацию. Да, кинотеатр для водителей Night Springs. Ладно, как бы одну локацию уже прошел. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Ну, в общем, что говорю, вы знаете, что делать. Всем пока. Всем до скорой встречи. С вами был Айсфрог.